Всем привет, дорогие друзья, из потрясающей летней, красивой, зеленой, солнечной Аланьи. Как вы видите, мы находимся на одном из самых лучших пляжей, на пляже Дамлаташ. Здесь жарко, красиво, ну, в общем, лето в разгаре. Ну, а сегодня мы с вами идем в потрясающий ресторан и кафе, которое называется 140 Coffee Bistro, которое находится совсем недалеко от пляжа Дамлаташ и от центральной улицы Ататюрка. Сейчас мы отправляемся для того, чтобы после жары и прогулки на пляже отведать вкусных коктейлей, ну а вечером пойдем на ужин. Поэтому в описании к этому видео обязательно смотрите ссылку на ресторан, приезжайте в Аланью, наслаждайтесь потрясающей природой, морем, солнцем, ну и, конечно же, очень-очень вкусно. Кушайте и наслаждайтесь той кухней, необычной кухней, которая есть именно в этом ресторане, потому что это один из самых уникальных ресторанов Аланьи. Дорогие друзья, мы уже пришли в кафе Бистро 140. Сначала расскажу, как найти это кафе. Найти очень просто. Находится в самом центре Аланьи. Если идти по направлению с той стороны, то с той стороны находится пляж Дамлаташ и археологический музей Аланьи. И прямо напротив находится аквапарк. А если идти со стороны улицы бульвара Ататюрка, вот вы видите, прямо за мной находится бульвар Ататюрка, и буквально метров 50 рядом с автобусной остановкой нужно повернуть, перед, опять же, аквапарком, и 140 кафе Бистро 140 найти очень просто. Зайдите в их социальные сети, посмотрите, как не просто вкусно, но красиво готовит шеф. Ну и, конечно же, ссылка на местоположение также в описании к этому видео. Все контакты, если у вас возникнут какие-то вопросы, тоже есть. Ну а сейчас идем после жаркого пляжа пить холодный кофе и лимонад домашнего приготовления. Помимо того, что здесь просто потрясающее меню, но кушать мы будем здесь вечером, здесь шикарный бар и огромный выбор различных коктейлей и кофе. Айхан, например, заказал себе сейчас холодный кофе, а я заказала лимонад. Лимонад есть двух вкусов. Здесь также есть алкогольные, безалкогольные напитки, коктейли. Выбор очень большой, поэтому, придя сюда, вы обязательно найдете то, что вам будет по вкусу. Ну а сейчас наш бармен, вот он наш бармен, он готовит нам сначала холодный кофе. Более 7 лет он работает уже барменом, что говорит о том, что здесь действительно очень-очень вкусно, и бармен профессионал. Друзья, помимо того, что здесь очень вкусные напитки, кухня, не забывайте о том, что вы сюда можете приходить на завтрак, ну и, конечно же, на ланч, ну и заходить на, например, охлаждающие напитки, кофе, проводить даже здесь какие-то свои встречи, приходить с друзьями вечером. Смотрите, какая красота, вот такого вот плана здесь подают лимонад и холодный кофе. Обязательно приходите, наслаждайтесь вкусными напитками, пробуйте каждое блюдо в меню. Я уверена, что для вас это будет настоящее приключение в кухне разных стран. Ну, а мы с Айханом пьем наши напитки и идем работать дальше. Как я говорила раньше, обязательно в описании к этому видео смотрите контакты этого ресторана 140 Coffee Bistro и приходите на вкусные обеды, завтраки и ужины. Ну и, конечно же, здесь также очень классный бар. А повара здесь профессионалы, поэтому, когда вы приходите в этот ресторан, не забывайте изучать меню. И самое главное, общаться с поварами, потому что именно они подскажут вам, что сегодня самое лучшее и вкусное меню. Я здесь очень люблю суши, я попробовала уже все виды суши. Здесь очень классные стейки, еще здесь очень вкусная азиатская кухня, такая как таиландская, корейская, японская, ну и, конечно же, китайская. Здесь также большой, огромный выбор кальянов. Вы можете посмотреть на сайте или в социальных сетях. Ну и, как я вам говорила раньше, здесь также очень классный бар, где вы можете заказать огромное количество просто потрясающих, начиная от потрясающих вкусных коктейлей. Здесь делают лимонад из черники, натуральный лимонад из лимона. Ну и, конечно же, огромное количество разных алкогольных коктейлей или безалкогольных. Поэтому изучайте меню, приходите и наслаждайтесь потрясающей атмосферой. Еще также, что прежде чем я покажу вам меню, что еще мне здесь нравится. Мне очень здесь нравится сама атмосфера. Посмотрите, вы можете сесть за стол, также можете расположиться на креслах. Ну и, конечно же, если вы приходите в большой компании, здесь очень много места для того, чтобы праздновать какие-то важные события, встречаться с друзьями, праздновать свои дни рождения. Если у вас есть какие-то пожелания по меню, вы хотите его как-то, например, для своего события улучшить, шефы, которые здесь готовят, они помогут и предложат вам самый лучший продукт. Егор у нас здесь уже сидит, смотрит меню, выбирает, что же можно сегодня заказать. И, друзья, как я вам и говорила, здесь есть обычное меню и меню суши. Здесь огромный выбор роллов. Здесь есть вегетарианские с разной рыбой, с угрем, с креветками. И, друзья, я хочу сказать вам, что здесь, ну, наверное, самые лучшие роллы, которые я когда-либо ела не просто в Аланье, а вообще. Как представляет все это шеф, как он все это украшает, вы увидите чуть позже. Ну, а здесь я пробовала очень много, но сегодня я заказала, кстати, попросила шефа сделать мне два блюда самых лучших роллов, ну, которые он считает на свой вкус. Также здесь есть, поэтому... Если вы хотите суши, лучшие в Аланье, обязательно приходите. Ну и, конечно же, Егор, что ты у нас выбираешь? Скажи, пожалуйста. Как я вам и говорила, здесь представлены различные блюда. Здесь есть индийская кухня, японская кухня и есть блюда, например, таиландской кухни. Айхан у нас очень любит гамбургеры, которые из них вот этот. Он очень-очень вкусный. Вчера Егор у нас пробовал курицу, да? Да, курица такая очень мягкая. Очень мягкая, сочная, и поскольку это... Соус, самое главное, очень вкусный. Да, поскольку это азиатская кухня, это немножко специфическая, да, сладко-кислый соус у них, но они очень вкусные. Сегодня Айхан заказал у нас опять гамбургер, Егор заказал стейк, да? Ну и, конечно же, вы можете заказать, например, как добавку, да, картофель, обжаренный картофель, или, например, что-то другое по желанию. Как я уже сказала, здесь идут клиентам навстречу. И совершенно огромное меню у них кальянов, холодных напитков, алкогольных напитков, безалкогольных напитков, ну и, конечно же, коктейлей. В общем, друзья, 140 Coffee Bistro — один из самых вкусных и лучших ресторанов в Алании, поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно приходите сюда. Сейчас покажу вам немножко атмосферу интерьера, а дальше будем вкусно кушать. Друзья, вот такая вот здесь потрясающая атмосфера. Постепенно опускается ночь на город, и здесь становится все лучше и таинственнее. Ну, суши мои уже пришли, как вы видели, принесли, они готовы. Сейчас ждем блюда для Айхана и для Егора. А вы представьте, как бы здесь здорово было праздновать свой день рождения или какой-то еще другой праздник. Пойдемте, я познакомлю вас непосредственно с шефом. Суши мои он уже приготовил, а сейчас готовит какое-то другое блюдо. Вот наш самый главный шеф. Они просто невероятно классные профессионалы. Сейчас вас с ними познакомлю. Шеф, мераба. How are you? Good. How are you? Very good. What's your name? My name is Ravi. Ravi, where are you from? I'm from India. Наш шеф Рави, шеф этого ресторана, он из Индии. И посмотрите, опять же, this is California. Classic salmon. Классический лосось. 4 года он работает уже в Турции и более 6 лет готовит суши, роллы. Также он готовит индийскую, китайскую, тайландскую и японскую кухню. This is a very special way of serving sushi. There is ice here, yes, there is right? Ice, yes. And you have also lemon here, wasabi, yeah, and ginger. Ginger. Yes. So this is because it's very hot weather. No, this is not about hot weather. This is all about some special to special guest for you know. If we have some special guest, we make something special from our side. Okay, so, I ask you, make something special. So I make for you special. Great. Normally in the sashimi, raw fish, we are giving, see this one, in ice we put salmon, tuna, this, that, and just put. Because it will not melt on the table, we put, because we put salt, when you put salt in the ice, it will stay, it will not melt. And what's special with this roll? This is bonsai roll, and there is shrimps, cucumber, cheese, on top is unagi, salmon and avocado. Yes. Very nice. And also this one? This one is tatakiro. Tatakiro, No, sorry, spicy syrup. Okay, yeah. What is this sauce? This is spicy sauce. Spicy sauce, okay. And inside this? This inside is shrimp. Omelette. Egg omelette, shrimp, and cheese. Wow, egg omelette. Very nice. It looks nice. I don't want to eat it. You just, just look at it. You will like it, I know. Yeah. I know you make the best sushi in Alanya. Yes, thank you very much. You told me that you need some special taste. This is our best. Друзья, наш шеф. When people first come, for example, for the first time to your restaurant, which rolls do you offer? Like what kind of rolls? This one is spicy shrimp is there. Okay. Bonsai roll is there. And you said you offer for the first time these ones. This one, Milo hot roll, and bonsai roll, sushirito. And when people come, for example, not for the first time like we are, you can serve them something. Yeah, something like special. This. We can make lots of things special on them. And also особенные бургеры и, конечно же, картофель и стейк. Егор у нас сегодня. What I wanted to ask you about these ones. These cucumbers. This is pickled cucumber. To make with dip in vinegar to make some pickles, some sweet and sour. And this one. And this is cabbage kimchi. It's not real kimchi, but it's something you know because kimchi is spicy and people are not like spicy, so make something different. В общем, вот такие вот здесь тоже закуски. Thank you very much. Thank you. We will enjoy your food. Thank you. Want something? Let me. Thank you. Thank you so much. Друзья, посмотрите, какая потрясающая презентация на столе. Шеф у нас ушел, потому что он очень занят, но сейчас быстренько хочу вам близко показать стейк. Посмотрите, какая красота. И, конечно же, самое главное, что здесь очень-очень вкусное, это вот такие вот потрясающие, шикарнейшие бургеры. Когда Айхан приходит сюда, посмотрите, какая вкуснятина. Он ест их уже, наверное, второй или третий раз. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы тоже будем наслаждаться и поделимся с вами впечатлениями. А вы, опять же, смотрите контакты этого ресторана в Аланье в описании к этому видео. И обязательно приходите. Вы не разочаруетесь, потому что вы всегда знаете, что мы советуем вам только самое-самое лучшее. Всем приятного аппетита! Егору, Айхаду, мне. Всем приятного аппетита! Друзья, это было очень вкусно. Как вы видите, у нас стол пустой, ничего не осталось. Сейчас, наверное, ждем, может быть, чай, кофе. Но действительно очень-очень вкусно. Как вы видели, как вы поняли из этого видео, в этом ресторане очень разнообразное, особенно меню напитков. Поэтому, если вы, опять же, находитесь где-то рядом, да даже если вы находитесь не рядом, а живете, например, в Махмудлале или в других районах, обязательно приходите сюда днем, например, после пляжа в жаркую погоду на прохладные напитки, на какие-то освежающие десерты. Днем можно приходить на ланч и также пробовать разные блюда. Например, здесь очень интересные вкусные салаты. Ну а вечером, как вы, можно, например, поесть роллы или, конечно же, отведать традиционные, скажем так, блюда тайской, японской и китайской кухни. Как вы видели, с шефом я вас уже познакомила, поэтому вы можете не сомневаться и приходить сюда, зная, что вам приготовят очень-очень вкусные блюда. Ну, а от себя хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была такая же вкусная, как меню в этом ресторане, и как вот эта прекрасная вечерняя музыка, на самом деле очень расслабляющая. После тяжелого рабочего дня мы здесь просто наслаждаемся. Нам было здесь очень вкусно, красиво и приятно. Поэтому вы тоже обязательно приходите в кафе Бистро 140, который находится в самом центре Аланьи. Все контакты этого кафе, ресторана в описании к этому видео. Обязательно пишите мне свои впечатления, когда вы здесь побываете. Ну и, конечно же, кушайте вкусно и проводите время с удовольствием. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.